Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Мутант Иа Зиро. Дорога в Эдем. И мы с вами в прошлой части в этой локации раздолбили каких-то гребаных сектантов. Так что я предлагаю, в принципе, здесь сейчас все обследовать. На предмет лута. И, по-моему, нам нужно будет с тобой вернуться в ковчег, чтобы прокачать оружие. Какую-то херовину мы в прошлый раз получили, но, по-моему, не... Так, а что здесь? Подожди. А, вот еще лут. Отлично. Не прокачали мы в прошлый раз еще оружие. По-моему, как-то так. О, стой. Использовать ключ управления эвакуацией. Ну, давай, используем. Ящик! Ящик, обалденно! Что в ящике-то? Отлично, жилет, пиродоспехи, поглощает урон от огня. Так, вот интересно, на кого бы мне пиродоспехи одеть теперь? Так, разбитая электроника. Еще лут. Так, давай посмотрим, что у нас с тобой здесь вообще образовалось. Так, а у нас с тобой здесь жилет сталкера. На ней тоже жилет сталкера. На утке доспехи гладиатора. Может, поменяем... Давай его прям тяжело вооруженным бойцом сделаем. Смотри, какой у нас теперь свин. И у нашего свина есть мутации. А что за мутации? Навсегда увеличивает запас здоровья на 10... Ага, еще. Так, можно... Уничтожать укрытие, враги отправляются в нокаут на один ход. Что ты думаешь, это полезная херня или нет? А это что, ближайшие враги переключаются, это точно не полезно. Короче, два варика. Вернее, только один. Нет, два. Один. Два. Этот или этот? Наверное, все-таки укрытие уничтожает. Давай возьмем. Все, отлично. Опять нашего свина закорежило. Так, что у нас здесь со снаряжением? Предмет, 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 предмет. Мы получили бомбу. Так, ну я возьму, наверное, гранату. А что это у нее две гранаты? Ей не жирно вообще будет-то? Перекрывает видимость. Давай ей дымовуху. А это, я думаю, сниму с нее. Так, здесь дымовуха. Здесь горелка. И давай, наверное, вот эту вот гранату возьмем. Против роботов. Так, отлично. Это хорошо. Что-то я хотел сделать. А, ладно, ничего не хотел я сделать. Подожди, с оружием что у нас? Так, ладненько. Пойдем дальше. Так, пошли за мной. Я думаю, что все-таки нам придется с тобой вернуться в ковчег, потому что у нас есть одна хрень, которую мы можем поменять на какую-то способность, либо на скидку, либо еще на какую-то херню. Также у нас патронов 43, мы можем с тобой прокачать оружие кого-нибудь до второго уровня. Да? Ну да, я думаю, что нам с тобой придется вернуться в ковчег. Давай вернемся. По-моему, здесь больше ничего нет. Я уже вроде посмотрел. С той стороны. С этой стороны только что с тобой подобрали вот эту хренотень. Единственное, может быть, что-то в доме. Да не, в доме ничего нет. А там-то мы с тобой все собрали наверху. Нас же тогда просто застали прям врасплох. Точно, вон, смотри, еще мешочек валяется. Мы с тобой здесь все-таки не все собрали. Ух ты! Глаз древних. Вероятность нанести критический урон. Отлично. Это я удачно зашел. Ты знаешь, я бы вот так и ушел бы отсюда. Если бы не подумал проверить все. Нас с тобой в тот раз отсюда прям выгнали, можно сказать. Потому что появились другие враги. Мы здесь с тобой двоих грохнули. И все нам обломали. Так, ладно, еще кружочек вот так вот пройду
И все. И в ковчег. И в ковчег. Не будем даже задерживаться больше. Да. Точно? Ну, ничего здесь больше нет. Видишь, вообще ничего. Все, отличненько. Давай, наверное, все-таки вернемся в ковчег. Так. Да это не то, не то. В ковчег. Все, в ковчег. Секта Нова подошла к нашим границам. Это плохо. Я должен был догадаться. А если пришли упыри, то и секта Нова где-то неподалеку. Упырям секта Нова видится эдакой преданной своей цели группой священников, пытающихся очистить мир от зла. Это не так. Секта Нова – это безумный культ смерти, который пытается уничтожить Ковчег и всех его жителей. Их лидер, Плутония, знает, что мы не верим ее лжи, мы не следуем ее учениям, и она ненавидит всех, кто отворачивается от секты. А зона похожа на теплую радиационную ванну, которая превращает мозги в кашу. Но всеми правдами и неправдами секта Нова в ней процветает. Радиация одарила или же прокляла их разум особыми дарами. Они могут заглядывать вам в головы, вкладывать в них ужасные вещи. Сталкеры, не давайте им залезть в ваши головы. Так, ну хорошо, хорошо, не будем давать. Спасибо, что выслушали старика. Идите с миром. Хорошо. Мы с тобой пойдем с миром, конечно. Так, нам с тобой нужно заглянуть в бар, наверное, у Припа. В баре у Припа мы с тобой поменяем всякую хрень на какую-нибудь хрень. Добавляет одну единицу огненного урона к горючей смеси заход. Нам в любом случае это брать. Да, открыта способность. Хорошо. Так, дальше мы с тобой сейчас выйдем и пойдем, наверное, в ремблок Дельты. У нас же с тобой теперь появился снайперский прицел, правильно? И куда нам с тобой снайперский прицел зафигачить? Так, это оружие у нас второго уровня. Это второго уровня. Это первого. Я думаю, что нужно вот эту вот хрень прокачать. А, 60 надо. Бля. 60 патронов надо. Так, ну это глупо прокачивать. У нее все есть. Здесь тоже все есть. Так, а здесь сколько стоит? 6 критически. Так, урон 6, критически 7. Если я прицел одену, то... Короче, понятно. Ничего хорошего не выйдет. Ай, ты твою ж мать, я ж не знаю, что сделать-то, ты понимаешь? 6-7. Может, вот этот вот ствол прокачать еще? До второго уровня сколько? 60? Обалдеть. И этот, естественно, 60, да? Ну, конечно. Если мы с тобой на него оденем, то 25, понятно. Вероятность, конечно, будет 25% критическому урону. А сейчас 15. Даже не знаю, друзья, что делать. Даже не знаю. Наверное, я все-таки одену... Если я одену сюда прицел, 15... Да, вот сюда я одену прицел. Бог с ним. Будет вот так. Значит, ничего я не буду прокачивать тогда из оружия. Хотя можно прокачать вот это оружие, но... Не, я подожду. Я подожду, не будем торопиться. Накопим, может быть, 60 патронов, и тогда уже мы с тобой прокачаем сначала уровень оружия. Так, здесь что у нас с тобой можно взять? Можно взять аптечку. Аптечку и гранату.
Давай, наверное, аптечку все-таки возьмем. Давай, я возьму аптечку. И гранату. Ничего, лут для этого и существует, чтобы его потом обменивать на всякие-всякие вкусняшки. Так, ну что, мы, в принципе, готовы с тобой отправиться дальше. Давай в зону отправляемся. Ну что, в морские титаны. Офигеть, как далеко нас откинуло. Морские титаны, нам налево или направо? Ай, блин, я запутался уже. Так, здесь какое-то у нас непонятное, неведомое место, и там критические уроды водятся. Ты знаешь, у меня есть, конечно, желание туда отправиться, но, наверное, я все-таки пойду в Дом Костей. А Дом Костей у нас с тобой налево. Пошли. Так, пойдем, нам здесь надо спуститься будет, так, потихонечку. А здесь, по-моему, налево. И мы с тобой оказываемся, да, в этой зоне, где мы с тобой как раз-таки все пособирали к чертовой бабушке. Ну, пошли. Хочется все-таки попасть в зону, но там уровень большой, ты понимаешь? У этих крокодилов, блин, там 35 уровень. Мы явно их не одолеем никого. Просто чисто пособирать лут, а потом туда вернуться. Фиг его знает. Не, давай, наверное, пойдем все-таки уже по заданию конкретно. Ух ты! Зима! Да ладно! Снежок, Дом Костей, новое место обнаружено. Слушай, прикольно. Я и не думал, что будет зима. Как-то неожиданно, ты знаешь. Я что-то не понял, о чем вы там с Эльмой говорили. В Дом Костей мы почти на месте тихо типа добрались. Умоляю, скажи, почему этот дом называется Дом Костей? Короче, я не успел прочитать, потому что, по идее, я не очень сильно хочу читать, мне интересно, где лут валяется. Так, ладно. Заткнись, говорит, и давай думать о деле. Хорошо, я, кстати, давно уже думаю только о деле. Пытаюсь найти лут. О, грузовик. Может быть, что-то в грузовике есть? Или рядом хотя бы с ним? Не, можно только спрятаться. Но прятаться я не собираюсь. Вот во-во-во-во-во-во-во. Вот видишь, как хорошо, что мы сюда зашли. Лом нашли. Вот еще лом, по-моему. Нет, это куст. Это какой-то куст. Так, здесь чувак устал. Вот, еще лом. Отлично. Так, я так понимаю, что нам сюда, да? Но пока я не пройду вдоль забора, я туда не пойду. Я должен все осмотреть. Так, сломанное оружие, обычный лом. Вот видишь, как хорошо-то пошариться иногда по углам. Все, здесь мы с тобой были. Ну, теперь пошли, наверное, через ворота. Да, нам сюда. Это хорошо. Взять записку. Так. Протокол Красный Мор. Осторожно, Красный Мор, не входить. По нарушителям будет открыт огонь без предупреждения. Если вы испытываете следующие симптомы, немедленно обратитесь к сотрудникам карантинной службы. Дроттингатана. Обалдеть. Красные волдыри на коже, высокая температура, судороги, паранойя, кровоизлияние в глаза. А если вы не можете добраться до, короче, этой хрени, оставайтесь дома и позвоните по номеру 555-0008-922, чтобы получить помощь. Обалдеть. Еще и телефон запомнить надо. Хорошо. Как-то здесь холодно, я не чувствую клюва. Я раньше никогда так далеко на север не заходила. До костей замерзла. Так и нехер было шляться. Так, сюда можно спуститься, что ли? И сюда можно спуститься. Что-то слишком много проходов.
Тихо. Упырек ходит. Давай. Пройдем мимо этого упырька. Обычный лом, отлично. Ты что, упырь, за нами, что ли, идешь? Иди ты нахер. Так, ну-ка, ребята, постойте здесь. Упырь ушел обратно. Так, пока у нас есть время, давай проверим здесь уголочек. Как много тел, а запах просто жуть. Тут что-то есть. Угу, да, есть. Упыри тут есть. Тихо. Священная сила древних. Чувствуете? Теперь мы должны собраться на сакральном месте и выполнить жертвоприношение. Бля, да ты чё? Обалдеть. Так, я пойду пройдусь еще вот здесь, пожалуй. Все тайные уголочки я здесь сейчас все облазию. Все облазию, нахрен все пособираю. Лишь бы там наших этих животных нихера не замучил никто, не поймал. А, так это спуск тот. Хорошо. Все понятно. Бля. Еще один говноед. Мясник секты. Слушай, я предлагаю с ним расправиться. Ну-ка, животные, идите сюда. Сейчас мы с ним, блин, расправимся, стопудово. Так, давай проверим оружие. Значит, у этого есть оружие, оно, по-моему, у него в руках. У нее есть в руках бесшумное. Этому берем в руки. Ну что, погнали. Сейчас этот тупырь вернется, и мы его грохнем. Интересно, долго его ждать? Там еще слева упырь, который нас дожидается, когда мы его убьем. Так, ну значит, этому засаду придется делать раньше, чем он достигнет пересечения. Ну, я думаю, что мы его здесь прям грохнем. Надо только подпустить его поближе. Вот здесь, я думаю, будет хорошо. Но вас не заметили. Я, в принципе, на это и рассчитывал. Огонь. Так, хорошо. Так, Сельма. Так, давай. Так, а теперь Сельма. Отлично. Это мне уже нравится. Так, а слева у нас с тобой, вернее, сейчас справа у нас с тобой упырь-мясник. Сейчас. Ну, наверное, где-то так, да? Сейчас он просто в середочку подойдет, и мы его хоп-па и натянем. Иди сюда, иди. Мясничок, иди сюда. Иди, не бойся, будет не больно. У нас все с глушителями бесшумно. Че, засада? Вармин крадется и его... Ага, находит. Хорошо, все, окей. Раз. Так, два.
Ну, свин, за тобой дело. Только смотри, не вжахни. Да, вот так вот. Опа. Все, круто. Хорошо, мы с тобой разобрались с ними. Пойдем дальше осматривать, значит, теперь спокойненько местность. Ну как спокойно? Я думаю, что здесь еще упыри водятся. Так, лом. Тихо. Мародер. Что делать? Ждите нахрен здесь, да. Так, ему тоже придется устраивать засаду. Так, обычный лом, обычный лом. Берем, 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 берем. Так, поближе ко мне подойдите. Так, ты, значит, здесь прячься. Там, короче, опять хренотень какая-то. Так, а ты, наверное, сюда спрячешься. Сейчас дождемся, когда он к нам придет. Все понятно, там, короче, этот, как его называют-то? Сектант этот главный, шаман, наверное. Так, 5 очков доступно. Позволяет выполнить действие после бега. Давай ей возьмем тоже это. Отлично. Так, нам с тобой по-любому этого мясника нужно дождаться. Мародера. Не мясника. Мародера. А чё он так напрягся-то? Свин, я не думаю... Блин, свин, ты смотри, чтоб тебя не заметили. Я не понимаю, чё он не идёт-то? Так. Ну и хорошо. Давай, понеслась. Понеслась, понеслась. Раз. Два. И, Дакс, давай, заканчивай с этим упырем. Все, короче, попались они, голубчики. Ну что, теперь давай пойдем еще раз, наверное, посмотрим, что там вообще имеется у нас с тобой по поводу лута. 100% здесь где-нибудь что-нибудь валяется очень полезное. Так, 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 так. Давай-ка выключим, наверное. Так, мясник секты здесь у нас с тобой. А ты один здесь? О, не, он здесь не один. Это пипец, он здесь не один. Так, давай, наверное, обойдем с этой стороны. Сейчас мы их всех обойдем. Сейчас потихонечку, потихонечку. Значит, охотник. Отлично. Кто еще здесь у нас с тобой? О, лом. Отлично. Здесь я не смогу перебраться, это плохо. Так, а почему их не видно? А, они на втором этаже. Понятно, хорошо. А вот этот уже здесь. Тихо, 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 тихо. Я думаю, что нам с тобой лучше, наверное, все-таки как-то... Как-то с тобой все-таки перейти эту всю хрень по-другому. Может быть, с другой стороны зайти. Там тоже, думаю, есть должен быть, вернее, проход. Я не думаю, что там прохода нет. Так, позовем наших друзей. И погнали, попробуем с другой стороны.
Так, на предмет лута. Что тут у нас есть? Что-то валяется. Тихо, я выключу фонарик. Потому что нас могут заметить 100%. Так, здесь я включу, наверное. О, упырь. Твою мать, он не один тут. Обалдеть, это не один. Какая хрень, сколько же их здесь? Как же нам с тобой заныкаться-то? Давай, может быть, сюда. Сейчас я посмотрю, что у нас с мутациями. Да нет, с мутациями. А значит, мутации у свина. 4 очка доступно. Это что у нас с тобой? Ближайшие враги переключаются на вас. Не, не то. А это что, выстрелить, используя всего? Не, не то. А поедание трупов органических врагов. Не, жрать их не надо. А значит, наверное, ничего мы не будем ему прокачивать. О, слушай, фарт. А упырь-то сюда идет. Интересно, он поближе подойдет? Ну все, канделябра тебе, короче. О, вечно свин, короче, запаливается. Давай, огонь. Раз. Так, свин, меняй оружие и вали его. Два. Ну и все, дело за уткой. Отлично. Так, ты один здесь вообще? Мародерчик. Мародерчик, ты один? Наверное, один. Так, утку я сюда спрячу. Так, выключай нахрен фонарик, свин. Тебя и так, блин, видно без фонарика. А ты еще фонарик здесь включил. Может быть, сюда вот лучше? Так, и осталась Сельма. А Сельму как раз-таки мы с тобой спрячем. У нее, по-моему, прокачан пистолет на дальнюю дистанцию. Поэтому вот сюда. Да, вот прям вот так вот, не парясь. Засада. Так, чё? Огонь. Так, и хорошо. Далее. Меняем. Огонь. Ну и все, последний замыкающий, как всегда, Дакс. Супер. Так, ну чё, пойдем? Дальше. Так, а что бы нам с тобой сделать-то? Так, ручная граната мы с тобой взяли. Давай, наверное, осмотрим все вот здесь. Так, метробот. Спокуха. Метробот. Метробот. Можно, конечно, грохнуть метробота, попробовать. А если кто услышит? А может и не услышит никто. Хотя нет, он 16 уровня, сейчас он кипиш поднимет, и мне кажется, а нас услышат все. Ну, я сейчас попробую, конечно, здесь все вот так вот облазить. Бля, поджигатель. Метробот бы куда-нибудь делся бы. Пошел бы сходил куда-нибудь, а он никуда не ходит. Вот это вот самая засада, что метробот никуда не ходит. Ладно. Ну что, попробуем на втором этаже разобраться с этими упырями. А как нам с тобой на второй этаж пробраться? Только здесь, да? Тихо, выключи. Так, разбитая электроника. Где мои там упыри остальные? А чё свин-то там засел? Свин, давай-ка передвигайся. А вы куда? Да блин, а? Вот дёрнул ты их, чёрт, всех двигаться сразу. Ты знаешь, я метробота не хочу трогать по одной простой причине, потому что он поднимет кипиш, мы его сразу не убьем.
Так, разбитая электроника. Обычный лом. Так, побудьте здесь. Сейчас я посмотрю, что у нас тут снаружи есть. Может быть, как-то их еще разделить? Наверху я не уверен, что я с ними справлюсь за один раз со всеми. Притом они тоже могут кипиш поднять нехилой. Так, а эти передвигаются, но плохо. Только охотник секты стоит. А, вернее, брат только передвигается. Мясник. Хм. Ты знаешь, я не знаю, как с ними справиться. Их очень много. Надо подумать. Но мясник не двигается. А значит, единственный с тобой у нас варик, только второй этаж. Ничего не остается. Так, ну давай поднимемся на второй этаж тогда. Почему мы должны здесь сидеть и смотреть за этим уродом из ковчега? А, ну понятно, короче. Они поймали там чувака с ковчега. Так, ладно. Теперь утка должна куда-то деться. Ну что, придется, наверное, засаду устраивать на втором этаже. Сейчас. Мы с тобой устроим здесь засаду. Бля, ты приколи, короче. Мы чуть не спалились с тобой вообще по полной программе. Хорошо, что я успел нажать «спрятаться». Или все было. Крантец бы был бы просто бы. Так, эта хрень начала двигаться. Это хорошо. Спрятаться. Как же нам с тобой их убить? Даже не понимаю. Знаешь, я просто не понимаю. Что у нас есть с тобой в мутациях? Ближайшие враги переключаются на вас. Нафиг. Нафиг, ничего в мутациях нет. Ладно. Будем справляться тем, чем есть. У нас с тобой вариантов вообще нет. Ну чё, двигайтесь уже куда-нибудь-то, я же должен вас как-то грохнуть. Слушай, если он кипиш поднимет, будет жопа. Я тебе отвечаю, будет жопа. Поэтому нам с тобой только нужно пробираться куда-нибудь, обследовать. Тут следы странного чего-то там, какой-то херни. Надо ныкаться, короче. Так. Жирного я заметил сюда. Давай быстрее, 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 пока он не вернулся. Так, утку, наверное, я заныкаю вот сюда прямо. Так, и Сельму. А куда нам и Сельму заныкаем? Я не уверен, что мы его с первого раза убьем. Хотя нужно постараться. Очень сильно постараться надо. Вот сюда я заныкаюсь. Ой, блин, а. Короче, встряли мы с тобой по полной программе. Я не знаю, что делать. Вытащим ли мы их всех? Ну-ка, подожди. Пока мы с тобой в бой не вступили... Что у нас с тобой здесь есть? Предмет какой у нее? Так, еще гранату ручную возьмем, наверное. Пока в бой просто не вступили, понимаешь? В бой вступим и все. И ты бери ручную гранату. Хм. Ну да. Так, а что из снаряжения? Ствол только 15%, а это сколько? 10, да? А этот 10, ага.
Твою мать, я не знаю, что взять-то. Подожди, а у нас здесь с тобой... Так, ладно, бог с ним. Наверное, все оставим как есть. Что получится, то получится. Ждем этого хреногрыза и устраиваем ему засаду. Давай, охотник, уже подходи к нам, подходи. Сейчас мы тебя грохнем. А что ты замер-то там? Интересно, долго мы будем на них смотреть? Меня смущает метробот. Очень смущает метробот. Не, ну мы знаем, как с ним справиться, ты ж понимаешь, да? Так, ну нужно, чтобы он посередке подошел. Отлично, засада. А вас не заметили, окей, хорошо. Так, огонь. Отлично. Так. Как же мало урона ты сейчас нанесешь ему. Давай, огонь, хрен с ним. Я думаю, что нам придется с тобой все-таки подпалиться маленько. А это что, подожди, что у нас? Стрелок с гарантией наносит критический урон, но вероятность попасть при этом снижена. Ты знаешь, давай попробуем. Короче, мы всех скипишнули. Мы всех с тобой скипишнули. Ход противника. Метробот. Понятно. Мясник. Поджигатель. И поджигатель секты. Так, поджигатель сейчас подходит к нам. Поджигает нас с тобой. Это хорошо. Это хорошо. Так, Сельма, значит, берет, гасит нам с тобой огонь. Мы остаемся с тобой в дыму. Это плохо. Ну, как плохо? Нормально, на самом деле. Так, далее. Ход-то. Ход. Чей ход? Ага, свина. Свин выходит на финишную прямую. И мочит вот этого типа. Так, отлично. Теперь дело за уткой. Критический урон. Я даже могу переключиться. Нет. Валим его. Валим. Так, минус 2. Это хорошо. Сейчас вот с роботом будут проблемы. Хотя какие с ним могут быть проблемы? Так, охотник секты, поджигатель секты. Не, никаких проблем не должно у нас с тобой возникнуть с роботом. Знаешь почему? Потому что у нас есть с тобой граната. А у кого эта граната? Ты не помнишь у кого? Так, ну что, шваркаем? Шваркаем. Так, роботу канделябры. Теперь нам нужно с тобой этого робота все-таки убить. Так, перезарядка. И выстрел. Он вообще вниз. Блин, он упал вниз. Это плохо. Это вообще есть плохо. Так, ну-ка, Сельма. Ты в него не попадешь. Хотя попадешь. Давай, попробуй попасть все-таки, а? Отлично. Метроботу осталось чуть-чуть, и он готов. Ход противника. Что-то я не вижу, кто там ходит. Мы опять ходим, что ли? О, так это же вообще прям все меняет дело. Перезарядка. И добивай робота нахрен. Все, отлично. Робот убит. Так, у Ириди появились новые предметы в магазине Ковчега. Хорошо. А чё это такая тишина-то? Мы чё, остальных не спалили? Да ты чё? Только робота?
И вот этих двоих, что в ящике? Сейчас я быстренько открою ящичек. Опа-на, бум-палка. Урон. Меня это устраивает. Так, что у нас с тобой с мутациями? С мутациями 3 очка доступно, мне здесь неинтересно. Так, здесь доступно 8 очков. Что это? Позволяет вам летать. Летать? Отлично, берем. Так, у свина. Что здесь? Выстрелить, использовав всего... О, берем, наверное, да? Поедание трупов. Нет, трупы жрать мы сегодня не будем. Берем. Отлично. А, снаряжение. Стопе. Так, какая-то хрень добавилась нам. Патроны на 3. Критические выше. 8 выше. Берем. Отлично. Я согласен. На все согласен. Так, что у нас здесь есть еще с тобой? Дымовая граната. Здесь мы ничего менять не будем. Вот здесь мы с тобой поменяем вот на этот ствол. Все, в принципе. Пойдем вниз. Так, здесь ничего нету. У нас с тобой осталось там 3 персонажа, да? Так, ну за роботом, за лутом от робота я схожу чуть попозже. А че утка-то? А, утка с нами. Отлично. Что-то я думал, что утка с нами не идет почему-то. Так. Поджигатель секты. Ну что, им придется устраивать засаду прямо здесь. Трое их осталось. Как бы нам с тобой... Ну-ка, постой здесь. Ой, блин. Теперь найти нужно... Слушай, как же нам фартануло? А ты не представляешь, как нам фартануло. Так, спрячусь-ка я вот сюда. И осталось спрятать Сельму. А Сельму, да тоже, наверное, за... Да вот сюда. Так, ну что, в принципе, мы с тобой готовы. Их трое на трое. Ну, отлично. Валим. Так, активировать оружие. Так, о-о-о-о. А это круто. Поджигатель секты. Давай, я его завалю. Отлично. Так, нас услышали. Но нам с тобой, ты же понимаешь, наплевать. Следующий. Так, еще вот в этого, этот, этот. Отлично. И у меня еще Дакс есть. Они даже не ожидали, что мы их сейчас так здесь заставим врасплох. А может быть, гранату швырнем? Так, если мы с тобой так и так. Нет, давай, наверное, выстрелим. Отлично. Так, ну вот теперь точно, трое на трое. Теперь все честно, оказывается, их было четверо. Ну и бог с ним. Охотник секты побежал прятаться. Так, а ты куда прячется будешь, побежишь? Тоже прятаться побежал. И мясник сюда прибежал. Отлично. Так, ну я думаю, что нам с тобой нужно все-таки завалить мясника. Получится же. Бля, через стенку-то я зря, да, погорячился вообще. Так, ладно, подбегаем и валим его. Прям в упор. Так, кто у нас с тобой? Свин остался. Свин, ну тебе придется использовать, наверное, твою способность. Сейчас мы их всех завалим. Опа, ладно, перезаряжу. Потом перезаряжусь. А сейчас я его добью.
Нормально. Так, ну теперь их вообще двое осталось. Ход противника. Но он сейчас нас, наверное, чем-нибудь шибанет таким приличным. Да пошел ты, бум-шакалака. Так, Что я предлагаю? Я предлагаю просто перезарядиться на самом деле. Вот нашу картечницу. А мы уже перезарядились. Тогда огонь. Так, отлично. Дакс. А Даксу нужно будет все-таки перезарядиться. Да. И, наверное, переместиться. Куда-нибудь вот сюда. Нет, давай-ка лучше наблюдай. А Сельма сейчас жахнет по нему. Супер, короче, мы сейчас их завалим. Ход противника. Надеюсь, он много у нас сейчас не отберет. Блин, он Дакса могут замочить. Мимо. Отлично. Значит, нам с тобой нужно, знаешь, что сделать? Нам нужно с тобой перезарядиться. Вальнуть его. Так, свин. Вали ты его нахрен. Так. И чтобы не было обидно, больно. А что ты можешь делать? Подожди, можно долететь до выбранного места. А, так это, наверное, сверху. Жаль. Так, ну что, давай, наверное, сюда и подбежим. Может быть, я думаю, это будет последний выстрел в этого говнюка. Не, не последний. Не последний. Ну, по крайней мере, тот нас сейчас не достанет. Сейчас ход противника, этот опять на... О, он решил все-таки от нас свалить. Так, этот из укрытия в нас выстрелит. Такс, ничего страшного, истекает кровью, у меня есть аптечка. Нет, Сельма бросит аптечку. Вернее, вылечит Дакса. Давай, лечи Дакса. Супер. Так, теперь Сельма, наверное, будет реагировать на... Какой нахер реагировать? Шваркни по нему гранаты и все. Лови. Утырок. Ну, все дело за тобой теперь, бармен. Так, где этот утырок-то? Вот он. В выбранном оружии нет... Ага, хорошо, ладно. Бежим. Валим. Как мимо, блин? Ты что, оборзел, что ли? Это плохо. Это плохо. Это очень плохо. Так, я бегу сюда. И реагирую, естественно, на выстрел. А может, шваркнем тоже граната его? Да жалко на него тратить гранаты, понимаешь? Реагирую. А может, да выстрелю слишком далеко. А так? Не. Все, реагируем, значит. Как ты мог промахнуться, свин? Я не понимаю. Так, подбегаем и валим его. Ну, если ты промахнешься, это же невозможно попасть. Ладно, реагируй. Так, Сельма. Ну, Сельму мы просто переместим сейчас. Нам ничего не остается, только переместить. Он далеко убежал, ты понимаешь? Этот утырок очень далеко убежал. Ну все, прям в лоб ему нахрен. О, отлично, критический урон. Сейчас он кого-то подстрелит из наших. А, это вообще ни о чем для свина. Так, а что это? Переместиться? Не, перезарядка. Хотя, а в этом нет оружия? Не, перезарядить можно, почему? Все, прощай. Круто. Итак, мы с ними со всеми справились.
Друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.